Так, погнали дальше. Вроде все было неплохо. Погнали дальше. Так. Спробуем такого нападающего. Добор. Али центры. В предыдущей игре запись оборвалась. Игра вылетела. Засчитали поражение. Так, смотрим физуху. В порядке. Погнали дальше. New B. SRB. Смотрим состав. Энфилд, Вейл, эстонец в воротах. Остальных не знаем. Итак, матч начинается. Все готово к началу первого тайма. Поехали! И вот состав хозяина. Тренер выбрал классическую расстановку 4-4-2. Сегодня мы увидим, наверное, ближе футбол к британцам. Надежно сыграно, жаль. Это штрафной удар. Судья показывает подкат, что сегодня лучше подловили на желтую карточку. Только-только началась игра, и уже Денис получает команда Буров предупреждение. Получает. Ну, определенный допуск рефери обрисовал. Сегодня играем предельно аккуратно, господа. Давайте, давайте, осторожно. Посмотрим за этой атакой. А вот это уже здорово. Блин, не дают пробить. Прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. Тут может что-то получиться. А сейчас вперед можно выйти. Штана, елки-палки. Удар! Блокировка. Опасный момент. Опасно! Вступает в игру вратарь. Повезло. Вратарь сейвит. Это угловой удар. Хорошая игра, защитник. Что было? Будет штрафной. Карточку почему-то решил не показывать. Ну так нельзя. Явно же под... Бесспорное нарушение правил. Подкат был. Здесь, по-моему, все однозначно. Явно без мяча. Даже желтую не дал. Что за прикол? Это может быть опасно. Пас в разрез очень точно. Момент. Удар, опасно. Капец, но как тут не попасть в твор? Только себя любимым. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Обостряющий перед... Удар. Блокирует удар соперника. Самоотверженно сыгран. Защита справляется.
пас не доходит. Первый тайм завершен, на табло 0-0. Первый тайм. Погнали дальше. Команда уже на поле, и второй тайм начался. Перехват в центральной зоне. Хороший пас, Фафа. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Бей, не выводи команду вперед! Счет на табло не меняется. Убираешь мяч, отскакивает просто сопернику. Офигеть. Все показывают на угол поля. В таких нерасторопных действиях гостей болельщики хозяев видят злой ум. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. Отличный кросс! Да выносите опасная уже. Подача была, но оборона справляется. Это может быть опасно. Посмотрите, как здорово ходит. И это шанс забить. Пец, прям вратаря. Игру, вратарь, все под контролем. Как так бить? Кыш отсюда. Да, бежит. Повезло сейвить врата. Первым на мяче. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Хорошая передача. Сложный мяч. Лучше не рисковать. Совершенно невероятную игру сегодня показывает голкипер. Мартинес. Отличный сейв. Сейвит вратарь. Можно продолжать игру, чисто сыграно. Это может быть опасная атака. Бей и выводи команду вперед! Момент. Точная передача. Вратарь без труда отбирать мяч. Подловили вратаря. И добиваем. Е! Первый гол. Пошел. Вроде бы откровенно доигрывали команду, а тут на тебе гол. Кто забил? Вратарь, конечно, на Бокапуре. Мануэль Пучарелли. Вот это гол, красавец. Красавчик. Пучарелли. Отмечается. Первый гол. Такой крутой. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо иди нафиг. Пар, либо пропал. Поэтому эмоции так, на месте. Сакала хорошо играет в отборе. И вперед бегает. Что он творит? Левый защитник. Пока неплохо. Великолепная игра в пас. Еще раз пасовочка. Где же удар? Что он творит? Пучарелли. Дубль забивает. Красавчик. Мне кажется, этот гол назревал. Команда играет здорово и с очень большим преимуществом. Действительно, превосходство одной команды на поле. Есть, и счет на табло это наглядно демонстрирует. Крутые голы получаются. 2-0, самый нелюбимый счет в Павел Капелло. Это может быть опасно. И пошла передача. И здорово играет защита. Да ё-моё, что за пас. Выносить. Вот мяч из боковой в такой близости от штрафной потенциально очень опасен. Защита справляется. Все, 2-0. Ну что же, матч окончен, счет 2-0. Выигрываем матч. Какие же крутые голы получились. Я не думаю, что все мы... Новый красавельчик Пучарелли. Добур, голевой пас. Ассист получает. Крутой матч получается. На последних минутах дожали соперника. Посмотрим голы.
Аратар, конечно, подарил мяч. Боковыми ножницами. Получай. Крутейший первый гол. Крутяк. Великолепная игра в пас. Второй гол Бучарелли. Четко под штаночку. Низа. Ну, мне кажется, этот гол назревал. Команда играет здорово и с очень большим преимуществом. Дожали соперника. На последних минутах. Первая победа. Откроем бронзовый пак. Джеймс Родригес, Хамес Родригес. Итальянец Давитис. ЦПшник. Вратарь колумбиец. Нигериец Шуайбу. Форвард. Формы. Дубликат стадиона. Погнали, следующий матч. Так, неплохо все сыграли. Можно сыграть в физиках. Хватает. Альбатрос. Тактика на владение. Как обычно. ФК Альбатрос. Немцы, аргентинец слева. Вратарь. Немец. Чилиец нападение. Ударная команда начала сезон. Если они будут продолжать гнуть свою линию и идти вперед, выйдут в высшую лигу. Чего мы почти на равных. Посмотрим на состав хозяев. Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Мартинес. Блокирует. Четко. Оп, чуть не подловили. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Балуется в защите. Типок. Джералдо. Надо было не вешать. Идти дальше. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Да чё, прям в ноги. Арбитр останавливает игру и Пец. Вполне карточку может показать за такое нарушение. Получаем желтую. Желтая карточка. Блин. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Загружаем навес. Мяч. Ну чё, защитник тормозит. И они выходят вперед. Навес проходит четко.
Вратарь не реагирует. Хотя рядом был с мячом. Посмотрите, какой кросс, предельно точный, зрячий, выложил, как на блюде. А он вообще мастер на... 1-0 проигрываем. Пока неплохо. Брал. И это удар! Точности не хватило, мяч пролетел над перекладиной. Перехват в центральной зоне. Мяч потерян. Отлично сыграно, надо решать. Оп, подкатился. Желтую, зато коновый красным давать. Показывает арбитр в этом эпизоде. Ну смотрите сами, это штрафной, железный штрафной. Здесь, по-моему, все однозначно. Явная игра в ногу, а не в мяч. В футболе такое всегда карается штрафной. Пробуем штрафняк. Ой, вообще ни о чем. Даже не перебил. Опять на вес. Выбивает вратарь мяч подальше из штрафной. Удар, опасно! Хорошо пробил. Набивания никого нету. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Вот это удар! Удар! Ну как тут мимо? И все прахом, да, все усилия, вся эта атака, весь этот момент. Старались, создавали что-то, и все теперь можно умножить на ноль. Не забивает игрок, и, к сожалению, его команда продолжает проигрывать. Друзья, вы поворот... Проходит мин. Или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но... Четкий пас и разыгрывает. Прекрасный гол! Забивает гол. Буквально постелил мяч по газону. Никакой растяжки. Проигрываем 2-0. Хватило бы. Интересно атаковала команда сейчас. И если нападающих как-то еще разобрать сумели, то с защитниками не вышло. У каждого игрока обороны в жизни есть вот такой вот звездный. Гувара забивает. Его не упустить. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Оп, ошибочка. Сец. Давай. Yeah. Дабур отмечается. Израильский нападающий. В порядке тут разобрался. Игрок обладает высочайшим техническим мастерством, чтобы создавать и реализовывать такие моменты. Да, и совершенно непонятно, как защитники так легко дали. Отыгрываем один гол. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. 2-1 после первого тайма. Команда уже на поле, и второй тайм начался. Погнали, второй тайм. Надежно сыграно, жаль, мяч не у него остался. Штефан Айг. Пока неплохо. Опасно! Хороший момент, но защитник на высоте. Ждем. Головой. Мяч летит в сторону ворот. Защита на месте. Это удар! Что за неразбериха? О, Сакала спасает. Ложится в подкате. Третью голову. И пробил. Фух. Вот это спасение. Еще удар. Это угловой. Удар со второго этажа. Капец. Проверка газа. Сколько можно бить? Головой наносит удар игрок. Может, хватит? Уже шестой угловой, видать. Или пятый. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Продолжает владеть. Да что ты не открываешься? Что за пас? Обострять.
Мартинес. Отличный удар. А ведь мог сейчас. Как он не попал? Даже не мог, а обязан. Почему-то прямо вдоль штанги бежишь и бьешь прямо. Не попадает вообще. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Это может быть опасно. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Мартинес. Вот это спасение. Стреляет Мартинес. Время главного обороны должна действовать. Бауман. Сейвит. Переход в центральной зоне. Может получиться интересная атака. И оп. Как пробил. Вот это гол. Это дерби-триллер какой-то. Джералдо. Время на пару сюжетных ходов. Правый защитник забивает. В самой концовке матча. Спасает игру. От поражения. Поворот, конечно, не капец, какой красивый удар. Девятину. И все-таки им удалось сравнять счет. 5 минут всего осталось. Счет равный. Ну что, рискнет кто-нибудь? Так куда ты побежал? Отобрал и мимо мяча пошел. Хороший, а? Согласитесь, обидно такой загубить в последний момент. Последняя атака. Очень перспективная атака. И какая важная. Если они забьют, то наверняка победят сегодня. Это что за пас прям на вратаря? Надо было прострелом, видать, давать. Капец, не использовали момент. Да ты куда побежал? Фух. Неудачный пас. 2-2. Спасли игру на ничью. Какой же крутяцкий гол. Джералдо забивает. Виктор Джилар. Джералдо. Смотрим. Гол Дабура. Как он работает с мячом. Всех обыграл. И как опасно пробил. Под Кати забивает. Ну, безусловно, это... И красавец гол. Джералдо. Красавчик, ты что так пробить? Девятину под штангу. И еще есть время на пару сюжетных ходов. Хоп. И ничья в самой концовке матча. Ну что? Вот это спасли матч. Четкий удар под штангу так, под круточкой. Красавчики. Ничья. До следующей серии.